С космодрома Байконур стартовал ракетоноситель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». На ее борту два российских спутника – «Луч-5Б» и «Ямал-300К». Запуск прошел в штатном режиме. Аппараты пополнят телекоммуникационную группировку спутников. «Луч» будет принимать от низколетящих космических объектов информацию и ретранслировать ее в режим реального времени на российские земные станции. Второй спутник пополнит существующую группировку телекоммуникационных.